Здравствуйте, дорогие любители пневматического оружия. Сегодня у нас опять короткий ролик и очередное испытание нашей новинки, нашей, можно сказать, почти нашей разработки Crawl Puncher One в калибре 9 мм. Сегодня мы стреляем литыми тяжелыми пулями. Сейчас мы покажем вам пули и, собственно говоря, произведем выстрел в хронограф, покажем вам, с какой скоростью все это у нас сработает. Через секунду начнем. Ну, собственно говоря, вот такие вот у нас волшебные штампованные пулечки есть. Вот в наличии. Вот сейчас мы их взвесим, покажем вам вес. Ну, вот, собственно говоря, 7-граммовые они у нас. Вот. И вот мы сейчас посмотрим, с какой скоростью они у нас полетят. Вот из этого вот волшебного аппарата. Ну что, давай начнем. Да, взводится он у нас тяжеловато, но это мы сделаем. Не лезет? Итак, смотрим. Вот как-то так у нас такие скорости. Вот 293 метра в секунду пулей 7 граммов. Сколько там? Еще раз сюда. И вот сюда. Семь граммов, вот такая вот. 300. Ну, вот, собственно, 300 джоулей это. Вот мы получили. Так что обращайтесь, если что. Значит, этой же пулей 7 граммов стреляем в доску. Вот. Ну, собственно, вот он вход. Вот он выход. Задел? Нет, там был десл рикошет, но уже это... Так, толщина доски. Доска из-под цемента, то есть была... Это у нас опалубка. Вот. Она еще и цементированная. Толщина доски у нас... 47 миллиметров. Ну, собственно, вот вы видите. Ну, 300 джоулей, это не шутки. Смотрите наш канал, подписывайтесь, стреляйте, попадайте.